Поехали! Мама, давай! Папа, давай! Вы самый первый, давайте! Большущий отель, друзья. Мы покажем вам его немножечко попозже. А сейчас мы едем в Леголэнд. Пойдем скорее. Забирай своего малыша. Пойдемте вызывать такси. А вот и наше такси. Ручка давай. Дети счастливы. Ребята, мы приехали наконец-то в Леголэнд. Здорово. А Софийка у нас без зубов. У нас уже 3 зубов нет. Покажи скорее. О, вот это да, красотища. Шепелявим плохо, разговариваем. Но этого не избежать, да. Пойдем, фи-фи-фи. Мы берем билеты в Леголэнд и еще в Моушен Парк. Такой-то очень большой. Там много всего интересного. В общем, будем узнавать. София немножко переживает. Для того, чтобы пройти в Леголэнд, нужно приложить билет и пальчик. Сканируют отпечаток пальца. И загорается вот такая стрелочка зеленая. Можно идти. Идем сейчас в магазин Лего купить Софике красивую бейсболку. Потому что мы ее забыли. Вау, сколько здесь всего, друзья. А вот и бейсболки Софии. Пойдем посмотрим. Давай примерим шапку. Она большая тебе, Софика. Смотрите. Ой, здорово, такие наборы. У нас такие не продаются в Москве. Диснейленд, смотри, да. Бега, огромный замок Диснейленд. Друзья, здесь целая сцена. Полицейский ловит преступника, смотрите. Он украл огромный сейф на тракторе. А здесь, Софика, покажи. Вот такая вот тетенька, она спасла преступника, вырвала целую решетку. Представляешь? Вот это круто! Здесь столько всего, друзья. Это брелочки. Друзья, смотрите, брелочки из Lego Friends. Это девочки. И можно себе на сумочку прикрепить вот такую девочку, выбрать любимую героиню из Lego, из Lego Friends. Это моя София, самая любимая. Какая твоя? Мия. Вот это? Мия зовут ее, да? А это Андрея. Мне она тоже очень нравится. Смотри. Круто. Я даже не знаю, что это. И от какой героини. Еще и с камнями. Ничего себе. Щит с камнями. И меч такой с бантиком. Так, Софика у нас в образ вошла. А мы еще это даже не успели походить, да. Это все солнце сказывается. Нужно срочно покупать кепку, София. Срочно, срочно. Друзья, а это Лего-фабрика. София, пойдем скорее. Мог еще что-нибудь построить и забрать домой. Может быть. Это как настоящая фабрика. И лестницы железные, и трубы. И работники работают, видите там? Заходи, заходи, не бойся, трусишка. О, правда, это фабрика Лего, друзья. Вы можете посмотреть, как делаются маленькие, малюсенькие кубики Лего. Это станки. О, вот это да. Сок, смотри. Hello. Oh, thank you. Нам уже сувенирчики принесли. Спасибо большое. Как приятно. Спасибо. О, все по-русски разговаривают. Даша спит. Здорово. Ну пойдем, пойдем. Здесь, наверное, окрашиваются кубики Лего. А, вот, смотрите, друзья, вот так они делаются. Они штампуются, видите? И рисунки наносятся. София, смотри, видишь? А вот они, друзья, на выходе эти детальки. Теперь вы знаете, как изготавливаются вот такие окрашенные детали Лего. И Софийка тоже знает. А здесь можно купить любые детали, которые, допустим, вам не хватает для какого-то набора в развес. Видите? Разных-разных цветов. Я так хочу уже поиграть.
Пойдем. Вау! А вон наш отель, смотрите! Это наш отель Джемейра, он находится в 300 метрах от огромной башни Парус. От огромного отеля Парус, друзья, смотрите! Софийка, мы с тобой здесь купаемся, смотри! Да? У нас Софийка управляет огромным городом. Так, метро, друзья, едет, смотрите, он такой скоростной. Здорово! А здесь техника строительная. Бетономешалка крутится. Фантастика. Целый строительный городок. Ты управляешь? Ничего себе. Вот это да. Максимка, давай тоже, сынок. Столько счастья у детей. Давай, давай, крути. А это самое высокое здание в мире. Бурдж-Халифа. Вау, очень круто сделано. Все из стекла. Не знаю, София, очень круто. И мы хотим сходить на экскурсию и посмотреть, как выглядит Дубай с высоты Бурдж-Халифа. Сходим, посмотрим. Вот это танцы. Очень странные. Пойдем посмотрим Египет, пойдем. А это, друзья, Египет. Очень загадочные пирамиды. А там внутри фараоны и гробницы. А, мумии там лежат? Там мумии лежат, конечно. А у пирамиды есть тайный вход. София, пойдем посмотрим, что там. Ой, как низко. Даже не смогу пролезть. София, подожди меня, пожалуйста. А вот и сам фараон, друзья, видите, в саркофаге лежит. Ну-ка, Софи, давай нажмем с тобой. Наверное, мумия, Софь, я даже не знаю. Да, ну, скорее всего, мумия лежит. Вот так вот мы с тобой сегодня погрузились в тайны египетских пирамид. Круто. Вау. А, вон мы с тобой, смотри-ка, видишь? Вон я с камерой. Привет. Ну что, понравилось тебе? София открывает свой красивый зонтик. Зонтик Божий коровка с глазками. Потому что на улице безумно жарко. И сейчас мы идем кататься на аттракционах и посмотрим, что здесь еще интересного есть. Это музыкальный фонтан. Ну-ка. Классно. Сейчас будет твоя невероятная музыка, твоя мелодия, которую ты именно сделаешь, Софья. А сейчас мы пришли в Дупло Парк, Лего Дупло Парк. Софийка уже залезла? Пойдем посмотрим. Ты вора! Ах, ты хулиганка. Всегда мы с ней играем в салки. Не могу никак ее догнать. Это что ж такое? София, ну-ка стой. Сейчас тебя яйцами забросаю, куриными, смотри-ка, видишь? А это ферма, такая крутая, и есть кран, который поднимает сено. А это большущий трактор, на котором фермер и возит сено. А здесь, наверное, можно покушать что-нибудь интересного. Это кафешка? Ой, никого нет, такого просто быть не может. Пустое кафе? Мы решили все-таки перекусить немножко, пока никого нет. А потом пойдем дальше смотреть. Очень интересные стаканчики для воды. Смотрите, какие классные. Желтый, красный, зеленый и голубой. Ну что, садимся, как короли? Мы все-таки решили купить себе этот чудо-стаканчик. Не могли мы удержаться. И сейчас покушаем. Нам дали вот такой упакованный боксик. Legoland написан Дубай. А здесь вкусняшки. Ну что, кушаем? А это что такое? Какая-то фишка? Ага. Интересно. Ну что, мы кушаем, а потом дальше смотреть, что здесь есть интересного. А здесь нужно построить дом. Вот такая есть крутилка. Вот красная, желтая и зеленая. И нужно включить на красную. София, включай, нажимай на кнопочку. И нужно построить такой дом, чтобы он при землетрясении не рухнул. Попробуем построить? У девочки очень крутой дом, очень-очень прочный. А у нас София, мне кажется, чуть-чуть и все. И слетит наш дом. Пробуем? Пап, быстрее, укрепляем наш дом. София, помогай.
Быстрее, быстрее, быстрее. Все. Нет, 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 нужно выше, выше, выше. Так, давайте, давайте, у вас получится. Папа, София, у вас одна минута. Давай. А нет, нет. Быстрее, быстрее, землетрясение увеличивается. Уже 8 баллов. Все, сломался наш дом. Смотри, какая радужная пони. Очень красивая. Единорог. Здорово. София, ты можешь на американские горки, Софь? Нет, боишься? О, там народ едет, смотрите. О, как круто. Страшно! А, вот, сейчас мимо нас поедут. Так кричат. Нет, я бы тоже не поехала. Ты такая трусиха. Я тоже трусиха. Софийка, быстрее, быстрее, пойдем. Там дракон, папа. Лего-человечек большой. Привет. Привет, принцесса. Такая ты красивая. Это она была, наверное, лягушкой, которую мы видели сейчас на входе. Это она, принцесса-лягушка, видишь? Сидит на листочке. И она превратилась вот в эту прекрасную лего-принцессу. Друзья, здесь такие милые единорожки. И мы уговорили нашего папу нам его выиграть. Папочка, пожалуйста, выиграй нам единорожка. Ой, единорог, пушистый мой. О, папа! Ван! Давай, папа! Мы выиграли! Ура, ура! Круто! Единорожек наш! Пап, ты молодец! Спасибо! Я тебя поздравляю, единорожек, как у Агнес, да? Круто, мой единорожек. Спасибо, thank you. Софийка, пап, ты молодец. Круто, круто. Молодец. Друзья, на солнышке уснул охранник, и он лежит и храпит, вы слышите? Ничего себе! Мы сейчас идем в полицейский участок. А здесь вот такая полицейская машина. У нас такая есть дома. Из Лего Дупла. Полицейский участок. Давайте посмотрим, что здесь. Вау! Это горка какая-то интересная. А здесь тюрьма? Ну что, поиграете с Максимкой? А здесь вот такая доска, и можно выложить свое имя. А самое интересное, что здесь имена все русские. Митя, Костя, Алла, Федор. А теперь будет имя и Софийка тоже. Ну как, тебе круто? Да. Имя Софии теперь тоже есть вот на этом табло. Как прикольно! Друзья, мы сейчас пришли в парк, где можно покататься на лего-машинках. София, так круто! Тебе нравится? Да. Софийка у нас врезалась, поэтому выходить не нужно из машинки. Вам поможет сотрудник. Разворачивайся и вперед. Все? Отлично. София, кто это? Посмотри. Артистка. Какая-то артистка, да, ты права. Вы поете, танцуете, что вы делаете? Пожалуйста, скажите мне. Что вы делаете? Танцуете? Ну-ка, станцуйте, пожалуйста. Давайте, супер танец, мега крутой. Да. Угу. Да. Софийка, из тебя артистка, пойдем. Да, конечно, конечно. Пойдем папочку нашего поищем. Они с Максимкой на машинках тоже катаются, только на маленьких, на детских.
А сейчас мы пришли в пожарную часть. Огромная пожарная машина стоит на входе. А там еще, смотрите, сколько много машин пожарных. Ничего себе! Так, ну что, идем? Взяли Максимку на свой страх и риск. А, там ограничение было 98, Максимка 95. Надеюсь, нас все-таки пропустят. Максим, пойдем, Максим. Вау, сколько машин! Мечта мальчишек. Максимку нашего не пустили, да, Максюш? Сказали, он очень маленький. Поэтому папа и София сейчас пойдут. Нам объяснили, что это небольшой челлендж, и нужно на перегонки доехать вон до тех домиков и затушить пожар. Поехали! Папа, давай! Папа, давай! Вы самый первый, давайте! Давайте! Теперь нужно качать воду и затушить пожар, давайте! Папа! Очень прикольно, друзья, вообще. Папа там нас старается. Качать, качать, пап, качать. Быстрее, быстрее обратно. Папа, молодцы, молодцы, молодцы. Папа, ты сможешь, папа. Русские выиграли! Класс! Так, где же наши победители? Где вы там? Молодцы! Поздравляю вас! Класс! Машина номер два победила. Да, русские не сдаются. Отлично! Дальше пойдемте гулять. Погнали! Погнали! А сейчас мы направляемся в DreamWorks Park. Софийка, пойдем. На улице такая жара невероятная. Мы все устали. С подарками, с единорожком. Пойдем сейчас посмотрим, что же там такого интересного в этом парке. Кто идет? Единорожек с нами. Конечно, как у Агнес. Круто. Мама, мне кажется, больше всего была счастлива. Я счастлива, конечно, выиграть единорога. Это же здорово. Это что, я Грю, что ли? А, точно. Папа у нас Грю. Я самая старшая. Ты самая старшая девочка? Марго. Ну-ка еще разок. Марго, Марго, Марго. Ты Марго? Марго? Максимка у нас Агнес, а я кто? Эдит? Да. Ну ладно, я согласна.